Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас, ребята, окончание турнира, это еще было в понедельник сделано. Ну, сегодня среда, так что поехали, забираем награды. Как мы видим, я остался в мастере 1 звезда, хотя на самом деле я был в мастере 2 звезды, но меня за это время скинули. Ладно, друзья мои, 8400 сюрикенов получаем мы с вами, 40 ДНК на Рафаэль Видение, 90 золотых осколков и 55 платиновых. И забираем также ежедневные награды. Окей. Так, берем награду за реворд, открываем бесплатно колоду. И я так понимаю, нам здесь тоже ничего не достается. Обидненько. Ну что же, тогда идем быстренько на нашего Рокзара и будем искать нужные нам элементы. Так, смерть с небес нужно прокачать до 6 ступени. Комиксы, да, нам нужно 12, здесь 6. Давайте комиксы будем искать с вами. О, неплохо. Вообще замечательно. И пошло-поехало. Начинает нам давать тыкву. Так, здесь тоже ничего хорошего. Давай попробуем здесь. Хватит мне травить вашей тыквой. Она мне вообще не нужна. Вот серьезно говорю. Нет, они мне подсовывают тыкву. Во, комикс-чувак. Окей, давай дальше попробуем. Так, отлично. Еще один комикс, и мы, по-моему, выполнили все задания, друзья мои. Да. Забираем реворд. У нас поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Давайте по Шурику пробежим серию испытаний, чтобы нам получить наградочку. Ну и потом поднимем уровень персонажа, чтобы нам все это забрать и уже перейти на аренку. Ребят, как вы понимаете, бустануть у нас не получится сегодня, потому что среда, сами должны понимать. Самый цинус, как говорится, начинается с понедельника, но никак не со среды. Будем потихонечку с вами барахтаться там, продвигаться насколько сможем. Так, ладно, Кирби, я думаю, сейчас мы... Да хорош, успокойся уже, а. Так, не добил Рафаэль его. Ладушки, под усилением, я думаю, мы сейчас всех порвем. Минус Кирби. И мутант Белка. Оу, хорошо как ей досталось. Отлично. Переходим на вторую волну. И здесь у нас... Так, крысиный король. Надо, наверное, начать именно с него. А потом можно и Пиццелицева забомбить. Минус. Ну что, Пиццелицы, дорадовался? А потом уже и дронами займемся. Ну давай, ты уже падай, ё-моё. Все, отлично, друзья. Минус. Минус. И последний у нас тут стоит. Сейчас мы его окучим. Все, друзья мои. Серию испытаний прошли, поэтому получим награду. И нам нужно еще поднять уровень персонажа. Надо посмотреть, сколько у нас... Оу. Телепортик дали. Сколько у нас с вами мутагена? Так, тут я пока не вижу. Ага, 13600. Оу. Эйприл Кунаичи можно поднять по рангу? Слушай, ну вот это вот классно на самом деле. Ребят, у меня всего хватает, да? Так, Сюрика хватает. Осколков хватает. Тогда давайте поднимать, конечно же. Ёлки-палки. Я даже сам не ожидал. Ну что, Кунаичи, я тебя поздравляю. С 4 золотыми звездами. Правда, вот этот вот скилл пока нам еще недоступен, последний. Но всему свое время. Еще, как говорится, успеем это все дело сделать. Так, ну что у нас тут, друзья мои? У нас, кстати, очень много дублей. Надо бы их как-то разбомбить, я думаю, да? Со временем. Тут два, тут два. Здесь, кстати, тоже два. На Хана, на Бибопа. Ну что, я предлагаю, наверное, Микеланджело фильм поднять уровень. Даже не один. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило до 50-го. Ну ладно, ничего страшного, друзья мои. Так, забираем полностью реворд за все задания. И пойдем, наверное, с вами. Так, здесь у нас мутаген. Турнирка. Турнирочка. Так, это у нас Микеланджело, да, получается? Микеланджело видение. Вот такой вот чудик будет у нас разыгрываться на этой неделе. Что есть хорошо. Кстати, дайте-ка я посмотрю кое-что, ребята. У нас разыгрывался кто? Рафаэль Видение, так ведь?
Я хочу посмотреть, сколько мы с вами вообще в совокупности получили на него ДНК. Так, мне нужно его найти. Вот он, ребят. Получается 53 из 80. Это значит, еще нужно 27 ДНК на него найти. Блин, немало на самом деле. Это для того, чтобы прапать на четвертую только лишь звезду. Ладно, я думаю, когда-нибудь еще будет такое же испытание, да, на турнирке, где будет именно он разыгрываться. А пока, ребят, мы с вами идем на турнирочку драться с... Так, Танюха, Лео и Екатерина. Давай, наверное, возьмем Танюшку. Я думаю, она будет очень рада со мной подраться. Так, ну что, видим уровень 18-15. Это, кстати, неплохо для первого боя. Но у меня, как видите, 30-й. Танюха довольная, видишь, сияет вся. Надо немножко подкислить настроение ей. Так, погнали. Вау, с удара нейтрализатор упал. Попробуем шарик выпустить. Муха тоже упала. Ну что, Бибоп, по-моему, тебе тоже пришла хана мандрыга. Ну что же, ребята, идеальная первая победа. Ну, еще раз повторю, это только лишь начало. И хотелось бы мне посмотреть, как мы будем с тобой быстро продвигаться. В кавычках, конечно же. Оу, 34-й ранг. Всего лишь. Да, друзья, таким макаром мы с вами будем очень и очень долго сегодня подниматься. Так, Людмилочка, КГ и Дариан. Я возьму, наверное, Людмилочку. Она опять такая довольная. Хочу немножко ей подпортить настроение. И причем мы видим, что уровни здесь 15 и 14. Ну, а у меня, как всегда, 30-очки. Давай, поехали. Попробуем немножко ее наказать. Так, у меня кто тут? Ага, Бакстер. Потом Бакстер Муха. Сейчас мы их пощелкаем. И Лео Фильм. Так, ну что, Муха накрылась медным тазом. Бакстер пока еще стоит. Да хорош, Леонардо, успокойся, тебе все равно нас не пробить. Минус Бакстер. И... Ага, Лео не добили. Ладно, а так все, ребят. Вторая идеальная победа. Ну, еще раз повторю, это только лишь начало. Дальше будет, наверное, сложнее. Хотя, кто его знает. Мы с вами пропустили, грубо говоря, 2 дня. Так, воин 2 звезды мы с тобой зарабатываем. Ранг у нас 78, поэтому не будем на этом останавливаться, а пойдем дальше. Так, у нас тут Мухаммед. У нас Виталик, да. И Маусин какой-то. Так что... Смотри, тут уже 16 и 18 уровень. В принципе, мне не страшно с ними драться, потому что у меня 30-ники до сих пор еще остались, и мне нужно их отыгрывать. Окей, так. Ну что, понеслась. Давай-ка обломком бросим. Так, Ванька не упал. Массовая атака от Дони Видения. Так, теперь добьем, наверное, мы с тобой Пита. И закончим это все дело расправой над Макманом. А ну-ка, Донни. Да, понятно, все. Тогда второй Донни. Все, распластался этот у нас Топотун. Идеальная победа. Так, по-моему, сейчас будет уже по 4 персонажа в катке. 78 место стало 33. Да, очень медленно мы продвигаемся. Я не знаю, ребята, получится ли у нас сегодня забраться в самураи. Мухаммед, опять Виталик. И Моухсин. Вот этот вот, по идее, да? Хотя нет, нет, ребята. Есть и послабее у нас ребята. Давайте, наверное, возьмем Мухаммеда. Так, у него здесь 22 уровень есть. 21, 19, ну, практически на равных, если можно это назвать. Давай попробуем. Так, ну, по идее, надо начинать с Леонардо. Потому что я не хочу здесь, чтобы он оставался. Давай-ка бомбочку бросим. О, не добили. Ну давай-ка, родной. Так, Бибопчик уложил Лео. Ванюш тут начинает строчить. Рафаэль бросает Сая и промахивается. Ну все. Мы сейчас безжалостно их должны добить. Да елки-палки, в чем проблема? Что-то какие-то герои вроде бы не сильные по уровню, да? Ну, по живучести, конечно, очень сильны были. Приходилось по 2-3 раза ударить, чтобы
уничтожить одного из вражеского персонажа. Я не знаю, в чем проблема, ребят. Может быть, прокачаны скиллы очень хорошо. Тогда бы он вряд ли бы промахивался. Ну что же, мы с тобой в воин 3 звезды перешли. 89-я позиция, и мы продолжаем. Так, Стефан, Ронни и Лайя. Лаю не имеет значения, короче. Кого бы взять? Давай, наверное, Стефана. У него 18, 19 и 20 уровень, а у нас с тобой 34 и 35 даже затесался. Я думаю, что... Ну, сейчас будет беспощадная просто битва. Битва титанов. Так, погнали. Массовая атака от Лео видения. Воу, неплохо, кстати, прижучил. Так, давай попробуем добить Рокстеди. Получится, нет, как думаешь? Отлично, Кейси, молодец. Так, теперь Криса Брэдфорда попробуем убрать отсюда. Шикарно. Так, ну что, теперь Карайка и в конце Майки Финн. Ах ты ушлепок мелкий. Все, ребята, быстро, идеально и без проблем у нас получилось. Мне нравятся такие бои, обожаю. Ну, а мы с вами переходим на следующий бой. Кстати, у нас 89-я позиция была, становится 36-я. Так, ну что, давай посмотрим. Владимир, Феликс и Нонейм. Ну что, я думаю, что возьмем, наверное, Владимира с тобой. Окей. Тут уже 25 уровень, я смотрю, затесался, да? А у нас 35. И пошли 40-е. Ну что, давай-ка попробуем наказать, прижучить врага. Так, нам не нужен Пит. Это в первую очередь нужно уничтожить. Хотя Мондагека, давай-ка с него начнем. Так. Ну-ка, добей его. Отлично. Так, массовую атаку делаем кожеголовым. Оу, Донни, рассыпался, бедолага. Пит, слишком поздно ты стал зернышки свои клевать здесь. Так, ну что? Нет, Пит не уложил, но я думаю, что Майки должен его... Да. Завалил он Бакстера Стокмана, и у нас идеальная победа. Значит, мы с тобой двигаемся дальше. А дальше только интереснее. Сегодня, кстати, еще пойдем на события, ребят. Не знаю, что у нас там по времени, но мы уже в элите. Одна звезда, 85-я позиция. Так, Джохан у нас здесь, Али и КГ. Опять КГшка, да? Она так и напрашивается на драку. Ладно, друзья мои, давайте попробуем ее немножко помурыжить. Так, Роквелл и Донни Фильм. Уже 40-е уровни у нас идут вовсю. А у него там... А у него там соплячки, друзья мои. 25-й, 24-й уровень. Массовая атака от наших кроликов. Ха, Пит просто отдуплился. Минус Майки. Так, попробуй добить. Нет, к сожалению, Рокстеди не добивается. А теперь... Да, Донни его ушатал. Ну и остается кожеголовый. Смотри-ка, а какой жук. Давай просто ударим его. Все, ребят. Победа за нами. Кролики там радостные. Делают свои акробатические упражнения. Ну, а мы с тобой переходим. И посмотрим заодно, на какую позицию мы переместимся. 44-я. Да, очень долго нам придется сегодня драться, чтобы перейти, ребят, хотя бы в самурай. Хотя я в этом не очень уверен. Так, я не знаю, что взять-то. Курт, Давид, Олег, кого тут? Давай, наверное, Курта попробуем разобрать помаленьку. У него 26 уровень, это максимальный, но я думаю, что он не справится с моими 40-ми. Хотя посмотрим сейчас. Ага, у него Рокзар, кролики. Начнем с баллончика, естественно. Так, меткость понизили, да? О, давай ураганчик применим. Вот это да, ребят, вот это да. Макман просто с одного своего урагана снес всех. Ну, они, конечно, были немножко потрепанные, но все равно. Добивка у него прошла великолепно. Так, третья позиция. Чуть-чуть буквально нам не хватило, чтобы перейти в элиту 2 звезды. Так, Николас, Владимир и Виктор. Давай, наверное, возьмем Николаса, я думаю. 23-й, 24-й уровень здесь по максималке. А у нас 45-й. Я думаю, у врага просто не будет шанса, ребят, сегодня на выживание. По
потому что мы идем с вами не спеша, а так как все ячейки уже заняты, да, нам попадается пока 25-й. Я думаю, максимальный уровень, который мы сегодня встретим, это будет 40-й, 45-й. Если бы, например, сегодня был бы понедельник, да, у нас бы встречались бы, может быть, даже равные нам противники. Ну, так как сегодня уже все устоялось к среде, нам приходится вот драться пока с малышами. Ну что, ребята, элита, две звезды у нас уже в кармане. 73-й ранг. Стефан опять здесь. Семен, кстати, есть. 27-й, тут 28-й, 25-й уровни. А тут 30-й, 32-й. Так, Лоую, Семен и Стефан. Блин, кого взять-то, а? Ну тут выбор между ним и Семеном. Блин, у Семена, конечно, будет послабже уровень, но здесь, ребята, по звездочкам. Да, здесь бронзы много, поэтому я буду именно с ним разбираться. Слушай, я думаю, мы ничего от этого не потеряем. У нас все равно 45 уровень персонажа. Я думаю, в легкую мы все-таки здесь разберем. Поехали. Так, ну что, начнем, наверное, с массовой атаки. Правда, она у меня не прокачанная. Ну, фиг с ним. Получите. Вау, неплохой урон. Так, давай-ка мы, наверное, бибопчика добьем. Так, Крис упадет, упал. Так, дальше. Опа. Все, ребят. Разобрал, даже не поморщился. На изи, в легкую. Им даже не было предоставлено шанса мне ответить каким-либо образом. Ну что ж, давай посмотрим, куда мы с тобой переместимся. У нас 31-я позиция. То есть скоро будет элита 3 звезды. Ну а после этого, конечно, уже будут самураи. Инесса, Екатерина и Микола у нас тут. Ну что, наверное, будем брать Катю. А тут я смотрю, 32 уровень максимальный, да? А у нас 45-й. Причем все 5 бойцов. Ну что же, давай разогреемся маленечко. Так, выбрасываем. О, Доню выжил. Так, вот дебаф только мне здесь не надо делать, а? Так, минус Донателло. Давай волну запустим. Ой-ой-ой. Тихо ты. Так, слэша ранили. И сейчас будут его, наверное, бомбить. Ну, как всегда, ребят. Ё-моё. Так. Ну-ка, поджарим, может быть, всех. Вот это я понимаю. Вот молодец, Рокстеди. Взял свой огнемет, паяльную лампу и всех зажарил. Замечательно. Так, ну что, перейдем. Да, ребят, мы с вами уже в элите 3 звезды. 87-й ранг, и мы продолжаем наши бои. Кого бы нам здесь взять? По кубкам абсолютно все одинаковые. Кирилл, Джастин и Вейн. Слушай, давай, наверное, возьмем с тобой сегодня Вейна. Разберемся с ним, потому что здесь 32 уровень. Это максимальный. Так, у нас с тобой потихоньку-потихоньку заканчиваются персонажи. Поэтому я даже не знаю, ребят, докуда мы сегодня дойдем. Так, давай массовую атаку, наверное, с собой сделаем. От Майки. Так, Брэдфорд упал. Теперь попробуем, знаешь что, добить вот Кирбиса. Получится, как думаешь? Ай-яй-яй. Постепенный урон. Но знаешь что, мне кажется, что он его не убьет. Надо самому лично добивать. Ну давай, Дони, не подкачай. Окей, Кирби упал. Так, теперь попробуем Мондагека ушатать. Отлично. Ай-яй-яй, плохо. Оу, мимо. Ну все, тогда им хана, конечно же, друзья мои. Добиваем Бакстера. Так, Донни, наверное, дай, пока выживет. Ну а теперь Донни против Донни, и наш Донни выигрывает. Окей. Ну что же, мы с тобой переходим тогда дальше. И сейчас посмотрим, ребят, на какую позицию мы переместимся. Наверное, 35-я, 34-я. Оу, 50-я, а почему так? Ну, я так не играю. Кого тут взять? У всех кубки одинаковые. Аня, Макс, Людмила. Давай, наверное, вот так вот возьмем с тобой.
Раз у всех одинаковые кубки, даже выбирать, как говорится, не стоит. У меня уже 50 уровни вступает в бой, а у него какие там 30-е. Фу. Давай, Шреддер, вали всех. Неплохо звезданул. Сразу минус двоечку сделал. Так, Лео уничтожила Лео. Эйприл подбила Майки. И морзельная кошка подбила тоже Майки ролевого. Все пока идет хорошо и удачно. Ну что же, мы двигаемся дальше. С 50-й позиции мы прыгаем на 12-ю. Слушайте, ребята, еще один бой, и, судя по всему, мы перейдем уже в самураи. Так, Александр, Уэйн и Кирилл. Ну, давай, наверное, в этот раз возьмем... Уэйна брали в прошлый раз, давай Кирилла тогда. Да, персонажей с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Ну что же, не нравится, конечно, мне здесь крысиный король, но ладно, посмотрим, как он будет себя чувствовать против 30-х уровней. Так, вначале сделаем дебафчик небольшой. О, солидно. Так, ну что, Майки получил неплохо. Ксевермонтас добил, а вот теперь массовая атака от крысиного короля. Как всегда, слабак он оказался. Давай, Крип, добивай. Так, Крис упал. Давай попробуем Макмана пробить. Окей. Леофильм не хочет падать. Наконец-то упал. И Мондагека, да, мы добили его. Ребят, ну сейчас мы должны, по идее, попасть в самурая, потому что мы с вами на 12 позиции были. А ну-ка. Да. Ну что же, хорошо. Давайте тогда выбирать бойца против нас. Марвин, Давид и Степан. Степан. Так, ну тут выбор между Марвином и Давидом. Кого нам взять-то лучше? Здесь 36, 37, 38 даже уровень. Слушай, я думаю, мы, наверное, возьмем все-таки Давида. Так, кто у нас тут? Мондагека, Шарханчик. В общем, ребята, наша команда все равно должна здесь разрулить эту ситуацию. Так, ну что, массовая атака от Шархана. Вау, нифига, минус двоечка сразу. Шреддер упал. Кролики рассыпались и... Ага. Донни сопротивлялся, но недолго, к сожалению, ребята. Мы с вами прошли идеально. Что-то так быстро мы проходим как-то. Ну, это, наверное, из-за того, что здесь все-таки у врага уровень слишком слабенький. И уже на 47-й позиции. Слушай, ну я думаю, что до самураев 2 звезды мы с тобой уже доберемся как-нибудь. А вот 3 звездочки я не уверен. Так, Димка, Стоян. Стоян. Слушай, по идее, нам нужно брать именно Димку Стояна, потому что у него больше всего кубков. И берем своих ребятулек. Уже 60-й уровень. Против, ну, максимальный, сколько я вижу, у него 40-й. Опять же, 20-22 уровня разница. Ну, ребят, я иду по порядку, я не перепрыгиваю, как говорится, поэтому не обессудьте уж. Ну-ка. Малорик, минус Донни. А минус Бибопчик. Да ладно, Майки, хорош хиляться. А тебе это не поможет и уже не пригодится, я думаю. Так, Ванюш что-то как-то лопухнулся, а вот нейтрализатор, конечно, не прощает со своего суперского гранатомета трехзарядного. На самом деле у него там не трехзарядный, а фиг знает сколько. Всю пачку валит с одного выстрела. Так, 15-я позиция, то есть еще бой мы с вами делаем и переходим уже в самурай 2 звезды. Андрюха. Так, наверное, мы с тобой возьмем Мишеля. Так, карачки 2 и Донни как замыкающий. Ну что, Мишель, давай попробуем забомбить тебя. Кунай. Да. Теперь крик души от змеи Карай. Отлично, то есть они вдвоем справились с пачкой. Замечательно. Чего я никак не мог бы и подумать, если честно. Но это хорошо, когда так все выходит. Мы с вами быстрее продвигаемся. И уже в самураях 2 звезды. 85-я позиция.
Так, ну что, давай определимся. По кубкам абсолютно все одинаковые, да? Даниила, Мартинес и Бенни. Слушай, давай, наверное, Бенни возьмем. Ух ты, ё-моё, ребята. Последние, судя по всему, бои. У нас остаются 4 персонажа всего лишь. Остальные все отыграны. Так, плохо на самом деле, ребят. Ладно, здесь я даже не буду ничего выдумывать. Просто будем с вами бомбить. Прикинь, одна бомбочка и практически вся команда вражеская упала. Офигеть. И остается у нас 4 персонажа. Это наша имба. Против них можно, в принципе, выставлять любого, и они всех порвут. Мне бы хотелось знать, мы... Нет, вряд ли мы попадем в самурай 3 звезды, хотя очень сильно хочется, ребят. Ой, господи. Тарик, Дима, Давид. Я даже не знаю. Давай так сделаем. Тарика. Тарика, Бухарика. Попробуем разобрать его. После лиги, я думаю, мы пойдем с вами, ребят, все-таки на испытание одно сходим. Ой, зачем я сделал это? Господи, как всегда поспешил. Так, давай исправлять ошибку. Я думаю, одной заходки будет достаточно, да? Все. Всех наповал. Молодец, Усаги. Ну что, пойдем, наверное, сегодня на испытание. Надо только определиться и посмотреть, кто у нас там и что будет. А мы с вами перемещаемся на 39-ю позицию. Да, буквально нам не хватило 2 боя, и все было бы у нас отлично. Так, ну что, испытание. Девичья сила, Лига Лео. Так, друзья мои, ну что, неплохие у нас тут персонажи разыгрываются. Этот мне не очень нужен, конечно, а остальные, в принципе, все годятся. О, я дали там никаких слабочков, как всегда, ребята. Я не очень доволен. Ребят, естественно, ставим с вами на автобой, потому что, ну, первые 2, 3, 4 уровня, они проходят у меня на автобое. А уже когда будут враги покрепче, посерьезнее, я, естественно, буду брать ручное управление. Видишь, с выходом на работу я не могу полностью сконцентрироваться на игре. Поэтому вот, ребят, могу где-нибудь долопухнуться или что-то пропустить. Так что вы не сильно тут злитесь, как говорится. Первая победа у нас идеальная. В принципе, вторая и третья, я думаю, тоже будет в идеале. Так, ну что, Леонардо фильм у нас с вами. ДНК в карман летит. Давай-ка кое-что глянем, ребята. Опачки. А вот это, кстати, прикольно. Этого бибопчика я бы себе хотел, но у нас не хватает сюрикенов. Так, по монеткам тут все ясно. Кстати, давайте, наверное, у нас очень много дублей. И мы попробуем сейчас это все дело разобрать и накопить себе 5 с лишним тысяч сюриков. Так, 350. А здесь сколько? 70, маловато. Воу, почти 2000. Ребят, ну мы уже набрали нужную нам сумму сюриков. Но я сейчас немножечко еще побомблю, чтобы потом не возвращаться. Так, подожди, не сюда нажал. Чтобы нам сюда потом не возвращаться по повтору. 280, так, здесь 560, неплохо, да, ребят? Я просто их коплю, потихоньку коплю и не разбираю каждый раз. А вот видишь, такой момент наступил, и я их всех подчищаю. Тут 70. Так, смотри. Муха 245 даже. Так, Джастин. Ну, тут 70 всего лишь. Так, у Кирби тоже 70. 175 у Мондагека. 140 у Крысиного Короля. Фух, наверное, хватит. Пока нам этого достаточно, да? И давайте приобретать. Так, получается, ребята, 72 ДНК из 80. То есть еще 8 ДНК, и мы сможем его прапать. Это будет, на самом деле, очень классно. Ну что ж, я доволен, как удав. Сегодня неплохая серия. Мы, не забывайте, Кунаичи с вами прапали. Тут еще тоже не хватает 5 ДНК. Так, ну что, мы, наверное, будем сейчас с тобой возвращаться. Так, подожди-ка, что-то я заплутал. Вот. Так, что у нас тут? Лео, который мне, в принципе, не нужен, ребята. Он мне не нужен, он меня не интересует, потому что он у меня фул имба, кроме скиллов. Вот могу с полной уверенностью сказать, что это фул имба. Единственное, не хватает прокачать скиллы до 7 уровня. Это единственная проблема у меня сейчас.
А так все четенько. Так, ну что, ребятулечки мои тут справляются, причем довольно легко и просто. Так, минус Лео Космос. Лео Ролевой тоже падает. Видение упало. Так, ну и грибок падает. Так, и что же, вот сейчас, вот именно после этого Леонардо, мы с вами будем получать нужные нам ДНК, которые для меня очень ценны. Так, а это у нас Леонардо Видение. Ну что же, поехали. Опять же, ставим на автобой. Особо сильно тут заморачиваться не будем. Так. Опа. Бронированные тараканы. Получили свое. Дальше у нас кто здесь? Ага, Эрпил Кунаичи и морзильная кошка, которая уже упала. Так, добили. Отлично. Двигаемся дальше и смотрим. Окей. Так, тут у нас целая куча Леонард. Ну, в принципе, это же день Лео, поэтому мы деремся здесь против разных видов Леонард. И причем довольно неплохо. Три звезды. Слушай, а какой там уровень сейчас будет? Давай-ка глянем. Не пора ли? Так, Леонардо Видение в кармане. Кстати, друзья мои, вы спрашиваете, как я получаю персонажей некоторых? Вот так вот. Прохожу испытания на три звезды. И потом могу фармить. Для этого тебе придется потратить телепорты и немножко сыра. Так, ну а у нас четвертый эпизод. Поехали. Так, против нас уже 45 уровень. Кстати, ребята, у нас уже практически критическая точка. Не знаю, что у нас здесь получится. Немножко я пугаюсь за наших полтинничков. Понимаете, да? Извиняюсь, маленечко меня отвлекли. Так, ну что, Карайка неплохо ударила. Хан добил. Ну, Кирби, сможешь? Смог, Малорик. Так, переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас... Ох, роднульки. А ну-ка, король, не обосрись. Да иди ты в пень. Как ты меня бесишь уже. Я не знаю, ребят, что с ним делать. Или его качать, или его вообще больше не брать. А как его не брать? Если он там по умолчанию стоит. Ладно, давай попробуем копьем добить слэша. Так, постепенный урон. Этого мало, давай добьем. Вот так вот будет лучше. Ну что, третья волна, и смотрим, кто у нас тут. Так, Лео Классика, да. Понятно. Лео Космос и Лео Видение. Так, добьем грибок. Окей. Массовая атака от Ваньки Стиранко. Так, ну что, давай попробуем, наверное. Хоча. Отлично. Так, пробьешь. Не смог Лео Космосом пробить. Че он там повесил? Защиту на себя дополнительную, да? Да хорош. Лео, успокойся. Ну что, добьешь ты на этот раз? Ну, красавчик, молодец. Получилось у него. Все, друзья мои, двигаемся с вами далее. Сейчас мы посмотрим. Там уже будут, кстати, полтиннички. Так, Леонардо Ролевой нам в карман упал. А здесь уже будут полтинники. Давай-ка глянем. 55 уровень, ё-моё. Слушай, это опасно. Вот сейчас вот действительно опасно. Так, ну что, с белками, я думаю, мы справимся. Причем довольно легко так. Окей. Тут 4 волны, еще не забывай. Так, это у нас... бывшие бронированные тараканы. Вот они, ребят, превращаются вот в таких вот летающих молей. Как я их называю? Моль, тля. Называй как хочешь. Так, давай-ка попробуем массовую атаку. Да чтоб вас, а? Ваня, ну а ты-то как? Сможешь ушатать их? Всех, кроме одного. Окей. Третья волна. Двигаемся потихоньку, ребята. Здесь у нас Слэш, Сплинтер и Кейси. Ну, давай, наверное, начнем, блин, с Кейси, скорее всего, да? Потому что Сплинтер может давать ответку. Так, дебаф. Окей. Защиту понизили. Так, ну что, Кирби, твой выход. Как всегда, слабак, а? Да что ж такое, слышь, такой сильный, что ли? Ну-ка. Уничтожили. Ну, естественно, Сплинтер дает сдачи.
Так, нам нужно, по идее, да, сплинтера уничтожить как можно быстрее. Тихо. Да хорош, еще шокер свой. Так, крысиный король у нас ватный. Я, насколько помню, ребята, он падает одним из первых у нас. Хотя, знаешь что, Кирби тоже не очень-то тут силен. Так, ну-ка давай попробуем, наверное, вжикнуть. Да, у нас упал, ребята. Сплинтер, мы с тобой отхиливаемся. Бросим гранату в крысу. Отлично, Ванек. И надо добить Кейси Джонса. Так, смертельный поцелуй сработает, нет? А-а, не получилось. А так? Да что ж такое-то? Ну, ребята, он под защитой, плюс у него ускорение. Это всем понятно, да? Что пробафанный боец лучше, чем не пробафанный. Отлично. И четвертая волна. Вот здесь главное продержаться нам с вами. Поехали. Так, сейчас кто-то, мне кажется, упадет. И это будет, скорее всего, Кирби. Воу. Ничего себе пальнул. Воу, ребята, у них еще и уклонение стоит. Хотя, вроде пробиваем. Блин, Хан упал. Да что такое-то? Я не знаю, я боюсь, ребят, сейчас Леонардо оригинал встанет в провокацию в свою. Ох, он так и делает. Я фиг сейчас его пробью. Блин, карайка. Все, понятно. Ей хана пришло. Ей пришло хана. Добили беднягу. Так, а этот снимает дебаф. О, еще и броню повесил. Бедный Ванька. Боролся, боролся и напоролся. Поехали. Так, одного все-таки мы успели подбить. Слушай, ну здесь нереально. Они, ребята, защищены в броне. И я думаю, сейчас даже уклонение Ванькина не поможет. Кстати, я так и не понял, откуда оно появилось у него. Все. Ушатали. Прикинь, на последнем бое нас просто расписали, как тряпочку. И это мне немножко обидно. Но я в любом случае пройти бы их не смог. У меня не позволяет уровень. Ладно. Ничего здесь не поделаешь. Как говорится, придется смириться. Так, ну мы можем здесь немножечко с тобой пофармить. Совсем-совсем капельку. Ну что, давай попробуем вытянуть. Мне бы здесь, конечно, пригодился бы Леонардо Видение. Но мне почему-то дают не того Лео. Карта Бибо Бима. Во, Леонардо Фильм, отлично. Так, а Лео Видение вы мне дадите или нет, а? Ну дайте, пожалуйста. Нет, дают всякие жетоны, всякую дребудень. Во, отлично. Так, мы можем с тобой вот здесь еще попытаться вытянуть что-нибудь. Так, 2 доллара. А у нас с тобой сыр закончится, к сожалению. Да. Ребята, у нас супер шреддер на этой неделе разыгрывается. И я хочу кое-что глянуть. Сколько мне не хватает ДНК, чтобы его опрапать? Так, 55 из 80. Это получается 25 ДНК мне нужно. 25 ДНК мне нужно всего лишь. Ребят, ну в принципе, по большому счету, можно, конечно, все это сделать. Хотя ты знаешь, когда проходишь испытание, там же тебе не сразу дают супер шреддера, верно? Там же есть, по-моему, классический шреддер, потом еще какой-то шреддер, а потом уже только идет супер шреддер. И то, по-моему, на четвертом бою или на третьем. Я врать не буду. Блин, тогда получается, что у меня не получится на этой неделе, ребята, его заработать. К сожалению. Вот, видишь, шреддер классический. Потом у нас идет этот шреддер с лезвиями. И потом только уже идет супер шреддер. Ну да. Здесь, кстати, у Рокстеди не хватает одного ДНК. Вот здесь вы, ребята, и говорили, да? Про него именно. Да, хотелось бы вытянуть счастливое ДНК, но это будет все потом. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, я думаю, мы будем с вами закругляться. Да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.